Всем привет на другой жизни. У нас очередной копы-день. Приехали на поля. Сегодня ветер сильный. Сейчас вступление буду не очень долго и снимать, потому что задувает. Не знаю, как спрятался за машину. За моим полем, за моей спиной каскад полей, который заросший. Сейчас из той же оперы, когда можно немножко походить, пока трава не встала, потому что там никогда ничего не косят, не пашут. Единственный момент, там очень сильная клещевальня. Мы туда иногда залезаем по весне, но надолго нас не хватает. Сейчас выйду, покажу. Вон там, прогал, первое поле, и за ним второе. Вот, погода хорошая, но очень сильный ветер. Пойдемте туда, может быть, там ветер будет поменьше. Пойдем. Ветер не унимается, сейчас стану спиной к нему, попробую. Дошли до края поля, идем по нему. Здесь затопленные вот эти кусты, все время затопленные, сколько я помню. Уток сейчас поднял. Вот поворот, за ним поле, а за ним поле еще одно. Нам туда. У меня первая находка, сейчас покажу. Монетка, полушка. Ё-моё, какая маленькая. Ну, убитая, естественно. По-моему, 1790 что ли год или что-то типа 1790. Были такие, я не помню. Сейчас. О, полушка. Мне сначала показалось, что это ВРПшка, ну это Петровская, да? Ну нет, это не она. А может, и она. Не пойму. Солнце отсвечивает, непонятно. Так, идем вот на то поле, которое за полем. У нас Люб глазастая, у меня на монете она разглядела 22-й год. Да, действительно, ВРП, всея Руси повелитель, Петр Первый. Полушка — это 1/4 копейки, кто не знает. А у нее крестик вот такой замечательный, целенький. Даже эмали сохранились. Не все мы еще отсюда не скребли. Не все, нет, ты что, тут еще их столько. Интересно, ветер задувает, я спиной закрыл вроде. Но хрен его знает. Все шойки, все шумодавки включены на камере. Посмотрим. Меня удивляет та поляна. Обычно, если бы там стоял травостой, она бы была сейчас желтая. Желтая. А она зеленая. Ну сейчас посмотрим, что-нибудь. Либо вылез. Ее покосили в какой-то момент. Какой этот самый алкаш ее укосил? Кто сюда ходит? Хрен его знает. Кто сюда поехал и закосил. Я не верю. Если закосил, то это будет круто. Ладно, пойдемте. Продолжаю преследовать уток, они вот здесь сели, сейчас я их опять подню. От монет-то, так, у Любы еще одна монета, вот переход на маленькое поле. Вот сейчас туда пойдем, по этой вот чаще. Но здесь что-то не так мокро, как было обычно. Вообще странно, в этом году очень много снега было, а воды мало везде. Какая-то монета говорит, господи, ветра дует. Сейчас. Я уже отвыкла. 100 лет их не находили. Но они здесь опять же убитые. У нас здесь с монетами все хорошо. Здесь есть только серебро. Это Александр. 2 копейки. Просто народе капуста. Ну или же пчелка, тут непонятно. Ну, может, отойдет. У них хвостики были разные у орлов. Некоторые называли пчелки, ну вот с другим хвостиком, а некоторые капуста. Да что там отходить-то она ушорканная? Пойдем вон на ту полянку, а вон дальше светится... На эксперименты с Андрюхиной. А светится вон дальше еще одна полянка. Вот. Слушай, туда ну блин, шлепать. Она бритая. Она не бритая. Она просто как-то по-другому заросла. Странно. Вот и я не знаю. Пойдем посмотрим. Слушай, давно не выходила. Монеток-то мы сколько? 1.5 года по монетам не ходили, не 2. Ну специальные, я имею в виду. Так иногда, конечно, попадаются, но специально по полям, по имперским давно уже не лазили по лесам. Все по старине, по средневековью. И пока перебирались, тетя Люба насажала. Покажу сейчас. Mm. Вот, табунчиками такими. Еще пока вверх прут, видите? Но сейчас по обработке они начали, вот, уже начали тупить, он один.
Сейчас начнут охеревать и отваливаться через какое-то время. Но я ждать, конечно, не буду, пока не... Ой. Вот как-то так. Аккуратнее по сухостою ходите, потому что можете не заметить. Вот она, первая полянка, а нам вон на ту вторую. Смотрю. Крутись. Крутись, говорю. Вон там что-то на другой штанине под карманом. Это нитка. А. Тогда нету. Внимательно. Они на зеленых тоже теперь сидят. Вот на. Не только да, на сухих, а на зеленых. Они на всем сидят. Что там у тебя, конина? Конина. А, щиток от перстня. А, просто голый. Слушай, там картинка какая-то. А что за картинка? Мыть, я не посмотрю, не стала мыть. А, ну ладно? Гниленький, да? А. Но там есть что-то. Потом отмоем, посмотрим. Отмоем, посмотрим. А нам вон туда. У нас сегодня времени, к сожалению, немного. Нам сейчас в Москву съездить, а потом вернуться когда-нибудь. Идем к переходу, вот он, следующий переход, и вон то поле. Вот, что мы здесь? Здесь когда-то чешую здоровую находили, крест какой-то, я помню, большой. Большой лепесток с эмалями. Здесь хорошо ходить сейчас, потому что, видимо, старая острова сгнила, которая была. Здесь все время, несколько лет последних, были... Жидкие, сухостой. Сухостой, да, вот именно толстого мы много. Мы 2 года назад здесь были. Да. А сейчас его нет, видимо, он сгнил, а нового сухостоя такого нет. Здесь ходить прелесть. Клещ есть, но он весь в земле. Поэтому я думаю, что в этом году мы сюда еще залезем. В общем-то, места-то такие интересные. Так, у меня... Там вот пуговицу я находила, помнишь, такую красивую? Правда, жалко обломана местами. Лепесточек, даже что-то читается, смотри-ка-то. Да. Надо его в Андрюхину жижу. И... Может быть, и отойдет. Там-то ветерок будет, там попросторнее, а здесь все закрыто. А здесь какая-то комната. Так, идем вперед. Не часто снимаем онлайн-сигналы. Сейчас попробуем. Ё-моё. Сейчас только я его найду. Ну ты хоть бы лопат втыкал. Вот здесь. Найдем что-нибудь. Тарам-парам. Да. Отвыкаешь ходить по монетам. Все-таки, когда ищешь империю всякую. Затачиваешься на определенный момент. И сигналы лучше. Все-таки всячески средневековый домонгол. Он звучит хреново, зачастую на черных. Привыкаешь к этому. Вот, а тут прям. Аккуратней. А, хрен вам монета. Так тоже бывает. Дихлофос. Озвучал хорошо. Ну, да. Ну, онлайн дихлофос. Чего, так тоже бывает. Вот она, будни копаря. Оп. Вот это дальнее поле, которое за полем. Вот такое оно. Вот так вот прикинули мы примерно. Там мы когда-то серебро находили. Там... Урочище. Там урочище дальше, да. Зеленый кружок, жирный. Хрен знает, что это такое. Ну, непонятно, надо отмачивать. Ну, толстый достаточно. Но он мог при жизни быть зашорканный. Хрен его знает. Ну, в общем, офигительный кружочек меди. Да, офигительный кружок меди. За кружок меди лайк. Тяжеленький. Вот. Ну вот так мы соединили 2 отрезка и ходим здесь меж кустами. Заброшено уже 30 лет. Ой, давно, да. Оно то зарастает этим. Кустарник. Да, то опять... Кустарник, он весь объеден. Вот, особенно вот там я прошла. А тут поджирают. Его подстригают. В общем, газон, тут, блин. Тут его жрут. Вот, так. Он весь объеден. Да. Тут все это подъедается. Полян прикольная, видите, но сохран, мягко говоря, не очень. Да, получается, наше рассуждение примерно было верно, соединить вот эти 2 точки. Следующая находка. Медные монеты, конечно, здесь убиты. Удобрялись поля. Денежка, 1056. 856. По-моему, да. Это Николай один. Первый. Один, да. Николай раз.
Вот такая вот денежка. Так что я думаю, что у нас сегодня мало времени, у нас сегодня такой полуразведанный выход очередной, ну, ищем направление. Так что я думаю, что мы сюда вернемся еще весной, я надеюсь очень. Вот. И уже поподробнее на целый день с чайком, с кофейком здесь пошариться по этим кустам, ходить здесь сейчас комфортно. Но единственное, кустов лучше не касаться, потому что на кустах до хера клеща. Следующая монета. Ну да, здесь медь, к сожалению, туту. Туту, да, на умерший. Что-то типа Николая II, да? А, ну он и есть. Александр Николай. Последний чекан, так называемый. Да, жаль. Кроме серебра есть, надеюсь. Не, ну серебро зато можно. Ну оно здесь достаточно редкое. Попробуем. Попробуем. Что ж сделаешь? Дошли сюда обратно до конца, вот когда-то, что я говорил, да, здесь когда-то мы нашли серебро, где-то вот здесь, вот вдоль вот этих деревьев, я уж не помню. Да, я не помню, где, то ли здесь, да. Где. Соединились с деревней, вот пошли по этому направлению, поперли монеты, кстати говоря, вот, она, да, как, к сожалению, лучше. Тоже убитая, но это Петр, копейка. Слушай, по сравнению с теми, она просто идеальна. То ли копейка, то ли деньга, не пойму. Петр Первый. Деньга. Копейка больше. А, да, копейка побольше. Я уже забыл их все. Сейчас, короче, еще час есть. Мы чуть-чуть сместимся правее. Еще раз пройдем до конца. Там локализуемся, будут находки или нет. Ну, будет примерно понятно, где и чего. Вот. Вначале онлайн не совсем получился. Сейчас, может быть, получится. Правда, он не совсем онлайн. Говорят, монета. Удобряли здесь, конечно, хорошо. Такая. Да блин. Улетела, что ли? Или пин потух? Улетел. Гнутая. Да нет. Нет. Похоже на полушку. Посмотрим. А что, до тут дойдем чуть-чуть и уже будем к машине выбираться. Я хотела до конца. Ну, до конца, я говорю. Полушка. Обычная ты имеешь в виду? Да, самая. Угу. Пшик-пшик-пшик-пшик. Пшик-пшик. Значит, и правее монеты есть. Ну, мы сместились метров на 10, наверное, на 20. Ну, здесь пахали вот так, могли и растащить могли. Немного. 35-й. Блин, ну и сохран. Беда. Беда. Держи. Беда. Беда, угорчение. Вон они. Пожалуйста. Видите? Вот они тут кругом. Ну и так, для понимания. В сотый раз повторяю, циперметрин. Всем в помощь. Что, друзья, подходим к концу вот этого поля, которое за полем. Вот смотрите, как бы, да? Это направление монеты дает. Вот это. Чуть-чуть сместились и вернулись еще правее, вот здесь. Пошел советский мусор. Ничего нет. Сейчас обратно пришел, ну, чуть-чуть сюда. Чудная монета. Воды у меня нету, Люба. Это капуста. 2 копейки, Александра. Опять начинается. Ну, у нас время подходит к концу. В принципе, разведка удалась. Идем в сторону машины. Там уже все расскажу, что нашли, что будем делать дальше. Вышли на поле, которое... Короче, поле, которое за полем, которое до поля. Во! Ни хрена не понял, ну ладно. Ну вот. И чешуя пролетела. Плохонькая, конечно. Ну, крупненькая. Михаил Федорович. А-а-а. Там видно. Была Грозненская. А? Та-да. Здесь находили просто чешую. Михаил Федорович, это самое натуральное. Сохран у нее, конечно.
Ну она еще и тонкая, она вся прям вот ушатанная. Ну вот и серебро пожаловало. Ура! Ставим пальцы вверх. И не забываем подписываться на все наши каналы. Вам не сложно, а нам приятно. Заранее огромное спасибо. И опять ветер поднялся. Короче, вот так немножко и выходим к машине. О, там она где-то стоит. Ну что, друзья, все, хорош. Норма, день сегодня выполнен. 4 часа 15 минут. По плану было 4 часа. Ну, у нас сегодня все по расписанию и по распорядку. Ходили по этим полям. Ну да, здесь, естественно, удобрали. Здесь с этой стороны никогда у нас не бывает нормального сохрана. Очень-очень редко. Нет, только серебро. Серебро, да. Ну серебро вот хотя бы дали сегодня чешуйку. Первую чешуя в этом сезоне. Вот и началось. А еще кресты. Кресты, потому да, что нормально. Они нательные, и поэтому и сохраняются. Сейчас пока шли до машины, еще я две монеты нашел. Полушку. И какую-то, я не знаю, надо отмывать, смотреть. Ну, если что-то будет интересное, вы, скорее всего, уже увидели. Гнездо чибисов мимо проходили, я уж снимать. Очень сильный ветер, я уже тормознулся, уже камеру не стал доставать. И трещи прям с ног сносит. Прибор падает, ставишь его на лопату, вздувает вместе с лопатой. Вот. Все, сейчас лупим в Москву. Делаем там дела и едем обратно. Мы продолжаем майские похождения наши. Вот. А находки сейчас покажем. До дома доедем, разложим на капоте традиционно, чтобы заработать ваши лайки. Вон они. А, нет, это не чибис. Вот. Разложим, посмотрим. Как раньше, там куча монет. Ну, все это медные кружки. Да. К сожалению, там ничего не будет интересного. Разве что только кресты. Вот, так что сейчас смотрите, не переключайтесь. Вот, друзья, как обещал, традиционный отчет. 4 часа 15 минут. 13 монет, одна из них чешуйка серебряная. Ну, гирьки, пряжечки, крестики. Ну, вот эти два более-менее, но их надо отмывать. Эти поломанные. Конина, пломбы. Короче говоря, чисто так. Попробуем что отмыть, посмотреть, что вот это за здоровая монета. Может быть, Петры отойдут в РПшка, и вот все остальное непонятно. На этом прощаемся. Подписывайтесь, ставьте пальцы. Ну и традиционно всем здоровья и пока.